на Алюру косим, на спортивный клуб. Конно-спортивный. На что косите? Конно-спортивный клуб Алюр. Они косят тут, да? Директор косит. На их земле косят сено чужие люди. Руководство Благовещенского ипподрома это сильно возмутило. В воскресенье коневоды приехали на участок Астрахановских лугов оценить состояние 400 гектаров полей. Наталья Шуба увидела не только растущую траву, но и десятки готовых рулонов сена, а также чужую технику и людей. Мы с удивлением обнаружили, что на наших покосах ведется работа в полную силу. Мы хотим, чтобы нам был возмещен ущерб, как минимум нанесенный, и чтобы люди, виновные в воровстве, понесли за это ответственность. Руководитель написала заявление о краже сена в полицию и прокуратуру. Как признались рабочие, траву заготавливают на корм для лошадей конно-спортивного клуба «Алюр». В «Алюре» не отрицают, сено на чужом поле косили их рабочие. И на самом деле мы даже не знали, оформлена ли земля, не оформлена. Просто видно, что на ней растут кусты. И этим кустам не меньше 3 лет, то есть они бы не могли за год вырасти. А когда поле косится, то скашивается, ну, обычно все, чтобы на следующий год была хорошая трава. По словам Ирины Шишовой, в Алюре знали, что в районе Астрахановских лугов расположен участок ипподрома, но информации о его точных границах в клубе нет. По состоянию поля, на котором вели заготовку сена, решили, что оно не обрабатывалось около 3 лет. Раньше заготовкой сена занимались на территориях, принадлежащих другим землевладельцам. И всегда хозяева необрабатываемых земель были только рады, ведь тем самым Алюр приводил в порядок участок. Я считаю, что мы, наоборот, благое дело сделали. В этом году, если мы тут весь участок выкосим, то можно не переживать за нарушения в части несоблюдения пожарной безопасности. И 100% на следующий год сюда можно смело заезжать с техникой и косить уже хороший травостой. За неделю рабочие успели накосить около 40 рулонов, утверждают в Алюре. Руководство ипподрома требует возместить ущерб равной рыночной стоимости 100 рулонов. Эту цифру назвали рабочие. Накануне в Алюре правоохранители описали все имеющееся сено – порядка 80 рулонов. Мы узнаем границы участка здесь и уйдем с границы ипподрома. То есть нам эти проблемы абсолютно не нужны. Между тем, это не первые разбирательства между Алюром и Благовещенским ипподромом. Месяц назад коневоды конфликтовали из-за соревнований, проводимых на ипподроме. За подготовку дорожек и использование конюшни с частных клубов берут деньги. С этим согласны не все. Конезаводчики разделились на 2 лагеря. Одни соревнуются на ипподроме, другие в клубе «Алюр». Пока идут разбирательства по поводу нового конфликта, работы в поле приостановлены. Сено здесь сейчас никто не косит. Антон Сильвоник, Елизавета Бедник, Александр Лисенюк, Кирилл Захаров. Альфа-Новости.